таких предприятий, можно сказать, в Казахстане нету. На грани работаем, жарко все равно. Как говорится, где родился, там и пригодился. Меня зовут Галатыр Евгений, я работаю в морском порту Актау. Я работаю докером-механизатором, мне на данный момент 34 года. Работаю 16 год. В мои обязанности входит это работа на причале, погрузка судов, выгрузка вагонов. Вот, также наша профессия многофункциональная, докер-механизатор. У нас в порту на данный момент вот большой оборот контейнеров, потом стройматериалы, это вот цемент в бигбегах, там камень, кафель, вот, различные грузы. Также продукты питания бывают, вот у нас открытый склад есть, вот, есть при необходимости ценные товары, все хранится там. Также в контейнерах рефрижераторные это перевозки. Приходишь на работу в порт, здесь тебя обучают. Сначала ты в основном как идешь, бортовый рабочий, да, стропольщик, да, как таким понятным языком говорить. Вот основная твоя задача – работа под краном. Потом со временем ты уже делаешь все допуски, обучаешься дополнительно, повышение квалификации, да, правильно? Вот, на автопогрузчик, там седалищный тягач, рештакер вот есть. Также можно на портальный кран обучиться, на автокран, вот липхер, передвижные краны. Когда уже есть опыт в каждой технике, сильно не перебираешь. Все по душе. Правила есть, конечно, есть скоростные ограничения. В определенных местах, там, между площадками, главная дорога, все есть. Самое главное – внимание, вот. Потому что посторонний транспорт тоже присутствует на территории, ну, сторонней организации, приезжает за грузом. Также коллеги во время рабочего процесса становимся мы все участниками одного движения. Порт тоже многофункциональный. У нас в порту, допустим, имеется, наш порт может принимать и как нефтяные суда, вот сухогрузы. Вот нашим, именно моя прямая обязанность, вот мы работаем здесь по грузорайон, в основном обслуживаем сухогрузы. Заходит судно с Ирана, вот, приходится находить контакты там, с иранцами общаемся, где-то надо по возможности повышать уровень, допустим, в такие моменты английского языка, где-то, чтобы как-то объясниться. Вот российские сюда заходят, там более-менее попроще. Вот также с Туркмении заходят, с Азербайджана заходят. В наши обязанности тоже входит погрузка, выгрузка автомобилей. Вот эти машины через Иран к нам приходят, с Дубая, и ну, наши сотрудники, они максимально аккуратно, бережно, потому что ценный груз выгружаем. Специальные площадки у нас существуют для хранения автомобилей. Краном выгружаем автомашины по одной единице, специально оборудованная сетка есть для выгрузки машин. Вот. На пароходе также ребята загоняют, дальше идет подъем крана. Здесь также на причале встречают наши работники. Таких предприятий, можно сказать, в Казахстане нету. В основном это здесь у нас в Актау. И на весь Казахстан, когда ты работаешь в морском порту, я думаю, это престижно. Я
где-то через порт, да, пришел сюда в Морпорт. С юного возраста играл за команду Морпорт. У нас на данный момент до сих пор она существует, футбольная, футзальная. Участники различных соревнований, так городских, также и республиканских. Вот, и со временем пригласили на работу. И на данный момент по сей день работаю здесь. Работаем по сменам, да. 12-часовая смена, один день в день, следующий день в ночь, потом два дня отдыхаем. Қиындық кезде де болады, кейде көбірі сөздер түсінбей қаласын, әртүрлі жағдай болады. Бірақ көмегі бар ғой. Мы находимся на третьем причале. Здесь на данный момент в основном идет перевалка кокса у нас. Вот кокс приходит к нам вагонами, полувагонами. Выгружаем, производим выгрузку в основном с помощью грейферов. Задача докера полностью зачистить вагон. Вот, подвеник мы зачищаем. Вот, в идеальном чистом состоянии. Конечно, тяжело. Когда жарко, на улице плюс, пусть будет 30. Ну и чуть-чуть добавляем, так как железнодорожные вагоны из железа сделал. Ну, температура у нас плюс 40, по идее, останавливаем работу. Вот. А так, на грани работаем. Жарко все равно бывает момент. Но без этого никак, это работа наша. Все приходит с опытом. Самое главное – желание, стремление. Больше опыта все равно на практике приходит. Во время рабочего процесса. Последний год, можно сказать, была смена поколения. Не смена, а обновление поколения. Пришло много молодых ребят. Сейчас также они обучаются, делают допуски на технику. И много стажных, да, вот кто-то скоро на пенсии. И в этот момент уже молодежь подрастет. На работу пришел в 2008 году, вот, тогда мне было 19, неполно 20 лет, вот, пришел в порт, прошел обучение, у нас в порту действует, ну, принцип наставничества, после обучения закрепляет за более опытными коллегами, и со временем вот набираемся опыта, потом приступаем к самостоятельной работе. Так что? И улыбка у тебя голливудская. Наша актуальность по меркам Казахстана, я думаю, молодой город. Ну, в последнее время значительно улучшился. Актау преобразился, вот, развивается там, туризм развивается. Актау – это морская как гавань Казахстана, да, получается. Вот. И на фоне моря, я думаю, и город должен достойно выглядеть. Я женат. Двое детей у меня. В 2014 году женился, в 2015 дочка родилась, в 2018 сын родился. Дочка тоже, как вся в отца такая, шустрая, спортом занимается. Вот. Сейчас в будущем, думаю, тоже и сына на спорт отдать, вот. Чтобы активные по жизни были. Сейчас, потому что век гаджетов, интернета, вот, чтобы подальше от этого всего были. Я родился и вырос здесь, в Актау. Вот с рождения, как говорится, где родился, там и пригодился. Вот. Любимый город, да, с рождения здесь. В детстве не мечтал работать я в морском порту. Так получилось, как по воле судьбе, да, говорят.